Привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Brawl Stars. Мне кажется, эта тема вам понравилась. И как вы видите, у меня уже 12504 кубка. Мы продвигаемся, ребят. Я хочу дойти до 13 тысяч. Смотрите, еще кое-что хотел вам показать. Извините, пожалуйста. Я, во-первых, справа до апа на 15 ранг. За квест. На покетчу я поиграла на 16-й. За ультаборильщицу я так не играл почти. За мордчеса недавно я поиграл. И появился скин типа иммунита. Вот так вот. Ребята, еще хотел вам сказать. Заходите в мой клуб. Не в мой клуб, но в клуб Лолош. Если будут места, конечно, то заходите. Офигенный клуб. Тут нет матов. Тут нет вообще никак матов. Вот видите. Матов. Ну, я не вижу, по крайней мере. Ну ладно, есть тут некоторые маты. Ну вот, сами посмотрите, сейчас вам покажу. Подождите. Секундочку. Сейчас. Ребята, короче, там был такой, реально, отвечаю, там был мод. Как вы думаете, мне стоит менять ник за... А, нет, мне придется больше гемов копить. Короче, как вы думаете, какую мне аватарку выбрать сюда? Я вот не знаю. Поможете мне определиться? Ну, я пока с такой буду ходить, потому что она мне понравится. Как вы думаете сейчас? Давайте сыгранем за... Ну, давайте за 8 бита продолжим. Потом на спайке сыгранем, ребята. Ну, прошлый ролик про Поко удался, в принципе. Мне понравилось. Пассивку выбили. Сейчас мы идем, получается, к кольту. Кольта. Я автоатачу иногда, но вот когда надо прицелиться, я не автоатачу. Но когда просто надо рядом в упор, то можно и не автоатачить. Ребята, у меня игра зависла. О, есть. Убили. Так. В кусты пойдемте. А не, давайте пойдем отсюда. О, чего Мотис ничем не бьется? Он просто стоял рядом с банком. Как это возможно? Так, нет, 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 ко мне не идти, окей, босс? Так, надо стрелять по Мортису. О, заметил. Так, ну, пожалуй, баночка не помешает, да? О, 4 бойца уже осталось. Ну, так. А сейчас я врываюсь в эту разборочку просто отчетенько. Ой-о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 й
Квест на него я попробую выполнить в следующем ролике. Но если хотите, могу отдельное видео сделать, как я выполняю на нем квест. Может, там буду бомбить. А вы никогда не видели, что я бомбил. Крайней мере. Ну, я уже не помню. Может, не видели. Давайте сохраним за Спайка, как я и обещал. Пойдемте в игру. Как вы думаете, какое мне следующее видео записать? Оставить все-таки Brawl Stars записывать на компе? Или записать вообще другую игру там? По телефону. Как вы думаете? Мне кажется, ну я хочу попробовать опять на компе, как прошлые наши первые времена. Кстати, спасибо вам большое, то, что набрали на моем канале 10 подписчиков. Очень вам благодарствую. И Саша, ты молодчик, ты просто братуха. Ну, если вы не понимаете, у меня есть такой лучший друг Саша. Вот мы так и с ним и общаемся.
Но это личное сообщение, поэтому говорить я об этом больше не хочу. Потому что еще спалите там что-нибудь, то знаете. Кстати, Саша, если ты смотришь этот видос, пригласи на мой канал своих друзей. Очень хочу, чтобы они посмотрели мои ролики. Они же любят Брау, да? Твои друзья. Ну, а сейчас мы продолжаем играть, и нас зажимает. Нет. Так, бежать. Неплохо так срубили. Оп. Опа. Оп. Блин. Есть. Отвязался от него. Офигеть. Тихо. Отлично, просто офигенно сыграли. Мы подняли еще 10 кубасиков. У меня уже на аккаунте 12520 кубасиков. Это просто круто. Сегодня хороший выпуск. Я сегодня планирую открыть с вами вот этот уровень Brawl Pass. Но давайте его откроем с помощью демо. Давайте. Мы разблокировали новый значок. Потом мы еще сейчас открываем. О! Гаджет на дерево! Повторное устройство. Офигеть. Давайте просто скрин экрана сделаем. Я не знаю. Офигеть. Просто сделали дерево. Ну ладно, можно и без скрина. Ребята, теперь дальше делаем. Собираем монетки. И откроем маленький ящик. Из которого нам, конечно, ничего не выпадет. Все, мы выбили гаджет на дерево. Это неплохая уже серия, потому что выбили что-то новенькое. О, мы можем прокачать телепрема на 9, но пока я не знаю. У меня мало бойцов на 9, конечно, но все-таки. Я вот планирую, очень хочу вот это открыть. Но мне надо какой-нибудь квест выполнить, поэтому давайте выполним квест какой-нибудь. Сейчас посмотрим, какие квесты у нас здесь. Это за 250, надо что-нибудь за 500 найти, но не слишком жесткое. Ну, давайте выберем... Только 8 бит у нас остался. Опять давай сыграем за 8 бит, значит сам. Если хотите, ну как, сегодня я, короче, сделаю этот видосик, знаете, с чем? Да, я сделаю этот видосик с монтажем, может, маленький монтаж, конечно, будет, но я пока монтировать не очень хорошо умею, поэтому не судите строго, окей? Я ж привык, я умею монтировать только на компе. А и тот даже интро не вставил случайно. А на телефоне я вообще никогда не монтировал. Это вот первый раз в моей жизни, когда я сегодня буду монтировать. Поэтому, если бы вы там первый раз шаги делали, вы бы вам же родители не говорили, фу, как ты ходишь. Некрасиво. Нет, вы понимаете, ваши родители понимали то, что, ну, вы учитесь ходить, типа, и все, что, когда ты учишься, ошибки, это ничего страшного, ты же учишься. Ладно, сейчас мы переходим к игре. Давайте сыгранем за Рика. Мне кажется, Рика получится хорошая катка. Мы уже, правда, продули один раз, но зато выбили гаджет на дерево. Я его уже не пробовал. Я его, кстати, не пробовал. Думаю, что хороший гаджет будет. Я не знаю, интрушку я сюда добавлю или нет, но может и да. Я спрошу у своего друга, как там добавить интрушку. И пару вопросиков у него спрошу. Насчет монтажа. А следующая серия у меня будет по стендофу.
Если он, конечно, будет показывать как в таб. Кстати, напишите в комментах, как у вас показался таб. У меня там просто серый экран показался и все. Но какого-то фига там 7 просмотров. Я не думаю, конечно, но один дизлайк. Ребята, зачем вы ставите дизлайки? Конечно, я понимаю, что вам некоторые видео могут не нравиться, но я стараюсь. Старание жалко как-то. Просто все эти минуты, которые я записываю. Я могу, конечно, не записывать. Ну, просто взять, не записывать ролики, но вы как хотите. Кстати, как вы думаете, что мне сделать на следующем видео? Либо стендов, либо разговорительный ролик под какую-нибудь игрушку. Мне кажется, я бы хотел с вами поразговаривать. Пишите в комментариях, сколько вам лет. И какого года вы родились. Хочу посмотреть, какого возраста у меня подписчики. Конечно, не думаю, что там 35-40 лет точно. Но, может и есть. Но я не знаю. Да, но все подписчики хороши, ведь это подписчики. Подписочки, братухи. Хейтеров я, конечно, не люблю, но сильно уж на них я и не злюсь. Потому что они оценивают свое мнение, говорят, типа, ну, это мне не нравится. Ну, не нравится, не нравится. Ничего страшного. Некоторым нравится, некоторым нет. Мне тоже там, к примеру, что-нибудь не нравится. Я ж... Меня ж за это с человека нельзя, типа, не любить. Ну, просто не нравится, но ничего страшного. Но хейтить не надо людей. Есть такие, кстати, я знаю люди, которые в интернете смелые, а в жизни нет. Я таких людей, конечно, понимаю, но это плохо. Ну, или нет, ну вы как хотите. Запутался уже, ребята. Ну ладно, давайте перейдем к катке. Меня сейчас зажимает Пайпер. Блин, главное, чтобы она меня не попала. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Привет, Шелька. Привет, Шелька. Блин, 19%. Это же не затянется на час. Так ведь. Ребята, скажите, так ведь. Блин, 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 блин. Блин, 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 блин. Блин, 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 извините, песенка вспомнилась просто, одна. Ну, знаете же, песенку Coffin Dance. Кстати, как вам формат прутерит? Как? Блин, ну, второе место тоже неплохо. Ну, ребята, на этом, по идее, мы будем заканчивать. Всем спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Идет как-то военкомат, а ты им такой...